Всем привет, меня зовут Юля, и сейчас я расскажу вам про набор кукол Monster High, Клодин и Howlin' Wolf специально для фирменного магазина monsterhigh.com.ua. Коробка размерами больше стандартного. На ней вы увидите надпись, логотип, герб Monster High. На тыльной стороне надпись, логотип, герб Monster High, изображение куколок, а также краткая информация про них и логотип Mattel. Давайте рассмотрим наших куколок повнимательнее. Как вы видите, одеты они очень ярко, стильно и броско. Волосы у Клодин фиолетового цвета с яркими зелеными и черными прядями. В ушках золотые колечки. Макияж, блестящие тени, золотые губки. Маечка ярко-зеленого цвета с принтом в виде леопардовых пятен. Высокая черная юбка, украшенная черно-золотыми лентами. На ножках у нее золотые босоножки, а на одной из них есть гетра зелено-фиолетового цвета с принтом зебры. Также Howlin' не уступает ей по своей крутизне. Волосы у нее оранжевого и желтого цвета. В ушки сережка в виде золотой булавки, макияж голубого цвета, губки розовые с маленькими клочками, а также присутствует на ней очень обильное количество одежды. Это оранжевая маечка, черные джинсовые шорты, очень много модных браслетов, рюкзачок в виде волчьей лапки и буковки Х, так как ее зовут Howlin'. На ножках у нее полосатые и сетчатые гетры, высокие черные ботильоны с золотыми и фиолетовыми пряжками на платформе. И так как это базовая серия, у Howlin' входит ее дневничок и питомец ежик Кушин. Подписывайтесь на наш канал. С вами была Юля специально для фирменного магазина monsterhigh.com.ua. Всем пока!